Шоу. Да, вы на канале Настя Шоу. Сегодня мы будем делать слайм без клея. Да. Из двух ингредиентов. Это у нас крахмал и бальзам для волос. Ну, третий ингредиент — это красочка, чтобы цвет был. Все, насыпаем крахмал в мисочку. Угу. Лучше брать кукурузный крахмал, но у нас только картофельный. Насыпаем все. Всю пачечку. Давай мне пакетик. Открыто там? Да. Понемножечку добавляем бальзам и перемешиваем. Ну, еще чуть-чуть добавь. Все, перемешивай. Положи пока бальзам. Так, так вкусно пахнет. Да? Да. Да, прикольно, прикольно пахнет. Аккуратненько перемешивай. Так, потом... Ничего не произошло? Пока что ничего. Ну так, значит, еще бальзам давай. Ну, тогда побольше добавляй. Давай я посмотрю. О, уже что-то происходит, он чуть-чуть гуще становится. Мы добавили побольше бальзама для волос, смотрите, как он у нас уже. Давай, перемешивай еще, уже что-то получается. Ха, пластилин. Да, он должен быть похож на мягкий пластилин. Когда мы сделаем полностью это тесто, этот слайм, мы еще его добавим желтой красочки. Ага. Вот смотрите, какое у нас получилось тесто. Пожмяк его чуть-чуть. Ой, такой нежный. Да, похоже на слайм. Теперь надо его еще покрасить. Покрасить. Ты в перчаточках будешь красить? Да. Сейчас я тебе даю перчатки. Вот тебе перчатки. Ой, мишка вымыли. О! Открой. Держи. Держи. Чуть-чуть красочки, угу. Чуть-чуть. Ой. Хватит, хватит, ага. И закапывай, да, замешивай. А, вот. Так, вот мы покрасили, вот и наш колобок. Вот такой он получился. Ну, пожмякай чуть-чуть его. Получше пожмякай. Давай, слепи сердечко. Он что, это что-то среднее между слаймом и кинетическим песком получилось у нас. Но зависит, конечно, еще от бальзама, какой вы берете. От крахмала, какой, кукурузный или картофельный. Лучше кукурузный. А бальзам лучше чистая линия. Слепи сердечко. Сейчас. Просто сделаем. Я слеплю на обратно сердечко. О. О, господи, на улице кто-то свистит. Да. Сумасшедший дом. Всем пока!